Доброе утро, ребята. Наметились опять очередные покатушки. На сегодня буду ехать уже в Днепропетровскую область. Девочка будет ехать с ребенком. У меня детские кресла есть. Так что будем ехать. На сегодня поеду я через одно село, где ну вообще дороги отличные. Ну, в принципе, вы все увидите. То, что я показывал, поездка в район, потом пошел по кругу через другое село, чтобы там тоже посмотрели на дорожку. Но, скажу я вам, это все цветочки. Сегодня поедем именно через обалденный тортик со сливками. Ну все, сейчас жена отведет детей в школу, в садик, и будем ехать. Your mom.
Что такое? Такой большой и не едем. Ребята, в принципе, поездка подходит к концу, к завершению. Ух ты! Ну, как видим, дороги радуют нас с каждым метром, с каждым километром, да? Если не сложно, сделайте оценочку наших дорог. Поддержите канал лайками, подпиской на канал. Спасибо вам всем за внимание, любви и здоровья. Пока-пока!